Ух. В общей сложности установка у меня заняла примерно 15-20 минут. Крепление в потолке у меня уже было, такой старый советский крюк. Я установил крепление люстры и саму люстру на него. Потом, когда на руках у меня оказался перфоратор, я доделал крепление, чтобы оно плотно прилегало к потолку. Ну, в общем, установил так, как это задумывалось изначально. Сама люстра хоть и выглядит громоздкой, но она достаточно легкая. Я ее устанавливал один. Я сейчас сижу, чили на диванчике, направил вот турбину, чтобы ветер дул в мою сторону, и вот он прям дует на меня, вот прям. В чем же особенность этой люстры, кроме наличия самого вентилятора? Во-первых, это настройка света, можно выставить холодный или теплый свет. А второе, это наличие вот этакой турбины, решетки, которая крутится, тем самым гоняя воздух по всей комнате, а не только вниз под саму себя. Так же, как вы уже видели, можно направить поток воздуха, чтобы он дул в конкретную часть комнаты. К яркости нареканий нет, на большую комнату, как эта, света хватает. Размеры комнаты примерно 4 на 5,5 метров. Вот так выглядит приложение для вентилятора. Тут, соответственно, можно регулировать движение самой турбины, настраивать таймер. Модель – это то, как дует ветер. Вот вы сейчас видите китайские иероглифы. Это такой глюк программы. Иногда такое происходит раз в 2 недели. Нужно заходить в настройки языка и снова менять на английский. Соответственно, тип ветра. Он, в принципе, я не замечал какого-то изменения. Вот. Возможно, я не так чувствителен к этому. Но в целом было написано, что для вот эта настройка, она для более дорогих моделей. Далее. Настройка света, яркости. Включить-выключить. Температура. Соответственно, 0 – это холодный свет полностью, 100% – это теплый свет. Настройка домой ничего не регулирует, это тоже здесь не работает в этом светильнике. Вот. Это то же самое дублирует, что настройка здесь. Ночной свет – это сразу минимальная яркость. Что касается, насколько хорошо он дует... Подожди ты. Что касается того, насколько хорошо он дует, я постараюсь показать на попугае. Хотел на попугае это показать, попробую показать на салфетке. Вот, например, на диване я сижу. Вот, соответственно, когда тут решетка прокручивается и начинает дуть в эту сторону, ветер сюда, соответственно, попадает. Дует достаточно сильно, это сейчас максимальный режим мощности включен, и дует он очень хорошо. Еще хочу отметить, что при минимальной мощности вентилятора его почти не слышно.
таком режиме я его использую, когда иду спать. И ночью, когда тебя прерывисто обдувает легкий ветер, спать очень комфортно. Но его, соответственно, и слышно лучше. Нет, он не громкий совершенно, но вот просто он слышно как работает, как обычный вентилятор, собственно говоря. Может даже чуть потише. Диаметр охвата вентилятора где-то 2-3 метра. Вот, я положил салфетку на край дивана, и ветер до нее достает, но до угла комнаты он уже физически не дотягивается. Что касается энергопотребления, как вы сами можете догадаться, он гораздо энергоэффективнее, чем обычный кондиционер. Сейчас, когда температура почти постоянно больше 30 градусов, я его выключаю только на выходных, когда выезжаю из дома. Я специально проверил платежки за май и за июнь. Соответственно, май был прохладным, я вентилятором не пользовался, а вот в июне он у меня, что называется, пахал. И результат оказался странным. Потому что в мае, что в июне я работал из дома, и у меня был постоянно включен комп. Еще я пользовался микроволновкой, и все. Вроде как получается, что электропотребление у люстры минимальное. Это интересно. Так каким же будет ответ на самый главный вопрос? Спасает ли такая люстра от жары? И да, и нет. При температуре от 28 до 34 градусов, да, она спасает. Но при температуре больше 35 вас спасет только сплит. Однако это лучше, чем ничего, потому что без вентилятора находиться в комнате было бы просто невозможно. Не забывайте также и о влажности того места, в котором вы проживаете. У меня в городе климат сухой, и 40 градусов жары будут ощущаться совсем по-другому, чем, например, в какой-нибудь Рязани. Все же ссылки будут, как всегда, в описании. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Здрасте. Кто это тут прилетел? Ты же улетел отсюда, когда пытался сниматься. Пью, скатывается. Ты меня снимаешь?